Надо найти убежище. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Нужно что-то, из чего построить укрытие. Так, должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. Сухое, загорится. Я надеюсь. Труп свежий. Мяса нет, но... Назад в лагерь. Быстрее ты! Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Мне нужен лук покрепче. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой.
Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Сегодня узнал, что финансирование от университета снова урежут. Продолжать становится все сложнее. Меня поднимают на смех люди, которых я раньше считал коллегами и друзьями. Они ничего не понимают. В каждом мифе есть зерно истины. Легенды народов мира звучат на разных языках, но говорят об одном и том же, что мир не таков, каким кажется, что наши жизни не то, чем кажутся. И если я не отступлюсь, то останусь один. Стану изгоем. Но я не отступлюсь. Ради Амелии. Ее смерть привела меня на этот путь. Я не могу сомневаться. Каждую ночь я мечтаю о том, чтобы она была со мной. Чтобы у меня появилась возможность спасти ее. Лара снова обвинила меня в паранойе. Может, она и права. Но на меня вышли люди, заинтересованные в результатах моих исследований. Документов не предъявили. Я уверен, что кто-то за мной следит. Какие-то неизвестные люди маячат возле дома. Странные телефонные звонки. А прошлой ночью сработала сигнализация. Кто-то пытался проникнуть в дом. Я предполагаю, что они из организации под названием «Троица». Я встречал косвенные указания на них. Но что им нужно, я не знаю. Я начал предпринимать шаги по обеспечению секретности своей работы. Надеюсь, однажды Лара поймет, зачем я все это делал. Сегодня я получил приглашение выступить на конференции по фольклору и антропологии. Конечно же, меня туда зовут в качестве шута. Хотят обсмеять меня и мои идеи. Но сущность моей работы такова, что ее нельзя держать в тайне. Весь смысл в том, чтобы раскрыть миру правду. Амелия верила, что испытания надо встречать с высоко поднятой головой. Что сила зарождается внутри. Она была права. Всегда была права. Не знаю, чем все обернется, но я приму приглашение. Конференция, естественно, прошла ужасно. Меня практически согнали с трибуны. И все же, впервые за долгие годы у меня приподнятое настроение. Я встретил кое-кого, поклонницу. Она подошла ко мне после того, как стервятники насытились и угомонились.
Я сразу представил себе худшее, думал, она тоже хочет поиздеваться. Но она просто попросила рассказать о моей работе. И в ее вопросах не было цинизма. Напротив, вопросы были умны, любознательны до наивности. Мы проговорили несколько часов, она представилась Анной. Я пригласил ее вместе поужинать в Лондоне, когда вернемся. Появление Анны в моей жизни все равно, что свежий ветер в парусах. Она помогла мне сосредоточиться на работе, помогла организовать ее, даже предложила стать моим редактором. Никогда не думал, что встречу такого энергичного компаньона. Ее присутствие в доме так все оживило. Комнаты снова выглядят оживленными, и я тоже чувствую себя живым. Но меня беспокоит, что думает Лара. Она ведет себя настороженно. Боюсь, как бы она не решила, что я пытаюсь найти замену ее матери. Это не так. Я просто пытаюсь найти в жизни хоть немного счастья и умиротворения. Ларе придется это понять. И есть прогресс. Под завалами псевдонаучных текстов я нашел забытую старинную рукопись. Я начал перевод и понял, что передо мной записи бессмертного пророка. Перевод еще не закончен, но я уже узнал из текста ранее неизвестные мне подробности его жизни. Этих сведений может оказаться достаточно для обнаружения его гробницы. Эта рукопись может оказаться той самой деталью, которая сведет воедино всю мою работу над бессмертной душой. Открытие следует за открытием. Еще многое предстоит сделать. Сегодня за ужином отпраздную это с Анной. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последов... Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе Троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Когда на землю пала тысячедневная засуха, пророк привел свой народ к живой воде. Пророк был убит Орденом Троицы во время побега из Константинополя. Но его сторонники спаслись и отвезли его тело в оазис. Когда на страну обрушилась ужасная чума, от которой страдали и старый млад, пророк выходил к зараженным и возвращал их к здоровой жизни возложением рук. Мы чтим чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого Орденом Троицы. Но его истина никогда не будет утеряна. Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу.
Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. Эти руины монгольские. Троица, они здесь. Что это было вообще?
Монгольская письменность. Не могу разобрать. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Кого-то так в ней и убили. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Thank you.
Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан — великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. В большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или приставлять кинжал к горлу, они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать.
Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей.
отряд. Говорит командный пункт. Ответьте. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Мы потеряли связь с разведотрядом на Южном хребте. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Заброшенный комплекс времен Холодной войны. Какого черта тут делает Троица? Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Эти грибы – это бледные поганки. Из них можно сделать яд.
Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Надо отдохнуть. Холодно. Устала. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать! Хочу, чтобы ты перестал! Будь снова моим папой! Нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. Центр, мы расходимся веером, ищем след. Разведотряд.
Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развалин. Затем они отступили от штаба. Ха. Скоординированный ложный маневр. Они растягивают наши силы. Разведка обосралась по полной. Никакие это не крестьяне. Ага, это партизанская тактика. Они сразу пошли обрезать нам связь, как только мы прибыли. Черт, придется карательные акции устраивать. Времени уйдет куча. Константину это не понравится. Но все лучше, чем нас по одному валить будут. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек.
Внимание, связь не восстановлена. Мы до сих пор не нашли пропавшего. Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты, а Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль.
Монгольский тук. Символ, крепившийся к копью. Этот, похоже, пережил несколько битв. Thank you.
Черт, он еще тут. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Yeah.
Беглец пересек пределы Империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ Ордена был четким: преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах Земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков Империи, но здесь, вдали от Родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Пасть. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано: «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Мне нужны дрова, чтобы разжечь костер. Ugh!
византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Мария Дула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провиант и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну. Получилось.
получилось. Теперь надо узнать, что там находится. С собой столько добра. Описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Thank you.
Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, всажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор. Какие были распространены в Византийской империи? Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой.